пластика, грация и изящество. Именно этими качествами должна обладать исполнительница восточного танца. Причем возраст танцовщицы не имеет никакого значения. Это доказали участницы уже второго по счету международного фестиваля в Рыбнице. Женщина становится чудодейственной и обворожительной, прекрасной. То есть этот танец восточный, он может объединить как молодую даму, так и даму преклонного возраста. Потому что здесь есть более дикие движения, и манящие, женственные, текучие. И это все-таки дает возможность женщине реализовать себя в любом возрасте. И это прекрасно. Фестиваль «Караван надежд» был задуман как большой праздник танца, на котором представлены разнообразные направления и стили восточного танцевального искусства. Ритмичный танец табла под звук арабского барабана, задорный фольклорный танец, необычный халиджи, где акцент делается на красоте костюма и волос танцовщицы. Это не просто танцы, а настоящие мини-спектакли из восточных сказок. Здесь будет выступать моя девушка. Фестиваль очень завораживающий, много хороших номеров. Мне очень даже понравилось. Для любителей восточного танца фестиваль способствует повышению исполнительского мастерства, а мастер-классы позволяют овладеть новыми движениями. Восточные фестивали международного уровня, и в том числе и внутренние, они сближают всех танцоров, и мы становимся как общая такая сила. В завершении фестиваля зрителей ждал сюрприз – египетский танец с канделябром. Всех поразило искусство движений девушек, ведь когда они танцуют, свечи на голове должны оставаться неподвижными. Александра Шипилова, Татьяна Семенюк, Валентин Васильев. Первый Приднестровский телеканал.